Местоположение. После этого сразу к вертолету подтянулись два военных вертолета, и практически сразу же ополченцы, которые находятся в здании воздушной гавани, открыли по ним стрельбу. Выстрелы сейчас проходят, скорее всего, с разницей меньше минуты, постоянно слышны автоматические очереди. Все местные жители, которые находились в районе аэропорта и не успели вовремя покинуть территорию боя, сейчас постарались укрыться в безопасном месте. В одном из них сейчас как раз находимся мы, сейчас с нами рядом несколько местных жителей, также есть представители прессы. Ситуация начала накаляться еще этой ночью, когда в здание в аэропорт зашли люди, это ополченцы Донецкой Народной Республики. Они начали спецоперацию по освобождению аэропорта от украинских военных. Там находилась Нацгвардия в районе 150 человек. Там внутри там было. Спецоперация в первую очередь связана с введением военного положения на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ополченцы говорят, что ситуация действительно серьезная, и они не могут позволить, чтобы такой стратегически важный объект, как аэропорт, контролировался силами противника, поэтому они и заняли это здание. Тогда спецоперация произошла без единого выстрела, все началось сегодня около 3 часов ночи. После этого все было относительно спокойно, и вот сейчас мы слышим, что можно слышать по звуку, что над нами летают самолеты. Пока автоматные очереди на какое-то время затихли. Кроме этого, ополченцы рассказывали, что до того, как они хотели занять здание аэропорта, они провели разведку и заметили в районе воздушной гавани, кроме зенитных установок, танков, БТР, машин снабжения, также заметили группы снайперов. У этих снайперов было новейшее оборудование, которого нет на вооружении у сил Украины. И снайперы, по их словам, были одеты в иностранную форму. Винтовки были у них очень хорошего качества. По дальнейшему они превосходили украинские аналоги. Ополченцы также рассказывали о крайне странной ситуации. По их словам, из блокированного аэропорта снайперы вывозили на машинах с эмблемами «Врачей без границ». Также они рассказывали, что эти машины уже несколько раз видели в различных точках области. При этом в тот момент там не велось, по их словам, никаких боевых действий, не было раненых, то есть некому было оказывать медицинскую помощь. Странно было и то, что врачи эти ни разу не обращались к ДНР и не лечили местных жителей. Ополченцы подозревают, что они могут работать на иностранные войска. Ну и вот сейчас мы выехали с территории аэропорта около получаса назад, и тогда местные ополченцы рассказывали, что вот может начаться бой, и вот действительно их слова сейчас оправдались. Мы заметили до того, как выехали в приближение военной техники, и вот абсолютно непонятно, когда аэропорт